Алия, да. Круг передним, задним ходом. Парковка. Водитель маршрутного такси «Шалбаножек» сегодня первым выехал на полигон конкурса «Лучший водитель». Круговое движение задним и передним ходом, парковка, змейка, всего. Ему предстоит за 10 минут пройти 10 элементов. Сегодня ко дню работников автотранспорта на полигоне Кызылского автотранспортного техникума выявляли лучшего водителя среди шоферов автобусов ПАЗ и «Газелей». К сожалению, «Шалбаножек», а большая часть драгоценного времени ушло на круги. Водитель не успел доехать до стоп-линии. Я вот неожиданно, так-то я вот сюда попал в соревнование, так вообще без тренировок, даже не знал вот по определенным времени-то. Я вот поэтому я тихонько ехал, а время-то засекло. Ну, если знал бы, чуть побыстрее проехал бы все это. Между тем, за каждым участником строго следит главный судья конкурса. Любой неправильный маневр может повлечь штрафные секунды. Медленно, очень медленно. Задние колеса идут далеко от внутренних стоек, поэтому он уже все не вписывается. Он, видите, задел стойку? Он задел стойку. То есть он неправильно выбрал маршрут движения, то есть траекторию движения. Поэтому у него... ничего не получается. Второй участник Александр Кулер проехал все этапы за 5 минут и 30 секунд. Говорит, что своим результатом вполне доволен, но добавляет, что могло бы быть и лучше. Так-то нормально все было, только круг узкий для пазика. Все остальное все нормально. Так-то довольно. Просто на чужом автобусе тоже неудобно, видите, сцепление не то. Газ не то. Стоит отметить, что все участники были разделены на две группы, на водителей пазиков и газелей. Свое водительское мастерство сегодня решили проверить более 20 шоферов маршрутных такси «Кызыла».